Уважаемые коллеги, как вы знаете, ситуация в Союзе архитекторов достаточно сложная, да, и нам нужно принять именно председателя для того, чтобы Союз существовал далее, и мы не получали больше там предупреждений из Минюста и все так дальше, и чтобы мы могли наконец-то все вместе работать и дальше как бы развивать деятельность, да. Поэтому я приняла решение снять свою кандидатуру с председательства, так как в открытом голосовании я набрала меньше голосов. Поэтому я предлагаю как бы все голоса, которые были отданы мне, передать Владимиру Григорьевичу, и тем самым у нас будет председатель, и мы сможем работать дальше.